сейчас мы с вами поговорим о высоком. Да, мы с вами сейчас находимся все в маленьких квартирках, да, даже если в них по несколько комнат, нам все равно здесь тесно, потому что мы не гуляем. Но давайте о высоком. Какой праздник был недавно совсем у нас в России? Отлично. Да. Давайте мы немножечко вылетим в космос, да, сейчас. Можете себе представить размеры космоса? Нет, они слишком большие. А сколько лет, я уже подсказываю вам, лет идет свет от полярной звезды до Земли? 190 лет. 200 лет. 200 лет. Хорошо. Первый человек в космосе. Юрий Гагарин. Юрий Гагарин, отлично. Юрий Алексеевич Гагарин. В каком году он совершил полет? Отлично, 61-й. 1961, 12 апреля. Кто летал в самолете, тот, наверное, слышал, когда пилот объявляет, что за бортом самолета сколько-то градусов по Цельсию. Кто может быть забыл? Сколько? Сколько? Минус 10. Минус 10 это очень тепло, там похолоднее. Минус 15, минус 30. Бывает минус 60, если ты на 10 километров над землей. Да. Минус 75. Вот если на 10 километров. Да, 10 километров это вот оптимально для самолетов, для гражданской авиации, высота. Минус 50, минус 70, примерно. Минус 70 это если вы летите где-нибудь там по севернее, да, но минус 50 обычно такая вот температура. Приземляемся уже назад на землю. Снова возвращаемся в свою теплую, уютную квартирку. Вот. Заканчиваем наш классный час. Не забываем, что у нас во дворе на земле, на земном шаре властвует коронавирус. Никуда не выходим. Уходим только в Skype.